Здравствуйте, зовут меня Симонахин Евгений. Приехал я из Москвы. Женат, двое очаровательных дочек у меня. Приехал на Арбаин. Многое слышал об этом мероприятии. Хотел попасть сюда с прошлого года. Работаю в команде правоверных шиитов. Смотрю, как они живут, какой у них образ жизни, как они себя позиционируют в обществе. И очень захотел сюда попасть. Приехал. Первое, что меня здесь поразило, это чистота. Я приехал из грязного города. Я думаю, вы понимаете, о какой чистоте я сейчас говорю, именно о духовной. И что меня поразило? Поразило, наверное, больше всего, это дети. Душу ребенка нельзя обмануть. Это действительно, должен увидеть каждый. Потому что у меня у самого двое маленьких детей, и я прекрасно понимаю, о чем я сейчас говорю. Маленького ребенка трудно просто так заставить стоять на дороге и раздавать воду проходящим паломникам с криком «Лябейка, я Хусейн». Поэтому я прекрасно понимаю, о чем я говорю. И это действительно то, что меня поразило больше всего. Зачем я здесь? Я очень часто задаю себе этот вопрос, и не только я, многие задают мне этот вопрос. Зачем я здесь? Честно говоря, общаюсь с паломниками, кто-то идет за спасением, кто-то идет за наградой. Я могу сказать только от себя, я думаю, все-таки я иду за наградой. За 33 года своей жизни, наверное, я что-то сделал хорошее, за что Бог дал мне такую возможность посетить такие святые места. Просить, скорее всего, буду просить прощения. Если Бог простит, значит, об остальном просить нет смысла. Он даст мне все, что мне нужно. На сегодняшний день я самодостаточный человек, у меня есть любимая жена, любимые дети, хорошая, интересная работа, и порядочные люди окружают меня. Поэтому просить буду, наверное, только прощения.